И сегодня же партии Казахстана отреагировали на заявление о внеочередных президентских выборах. Одним из первых о своем желании бороться за политический олимп неожиданно объявил Амиржан Косанов, экс-кандидат на пост президента 2019. Тогда Косанов баллотировался от национал-патриотического движения «Ул-Тахдыры» и набрал свыше 16% голосов. Это был второй результат среди 7 претендентов. Если завтра в качестве кандидата будет зарегистрирован еще один оппонент власти, я поддержу. Если не зарегистрируют, то я готов выдвинуть свою кандидатуру в президенты, потому что юридически я идеально подхожу для регистрации. Председатель Ак-Жол Азат Перуашев также заявил, что в его партии тоже найдется достойный кандидат. А вот в Народной партии официально сообщили, что не будут никого выдвигать. Их полностью устраивают реформы Токаева. Поэтому экс-коммунисты намерены поддерживать действующего президента. Правда, как выяснилось, еще не все в этом полностью уверены. Сегодня утром мы проснулись, мы не понимали, что будут выборы, да, объявлены, когда они будут. То есть понятно, что по сроку мы ожидали их там в дальнейшем. Будет съезд партии, я думаю, на съезде партии будет принято соответствующее решение.